Я прямо за тобой. Ладно, что мне принести? Веди.
лучше пойду по добру, по здорову. Силы небесные, посмотри на эти руины. Удивительно.
идем. Хватит остановок. Мы должны добраться до Солитьюда. Зачем мы вообще пошли на свадьбу? Чертову куличку. Я же тебе говорил. Невеста Виктория Вичи, негациант из Восточной Имперской компании. Кузина самого императора. У нее такие связи. Забыла? Надеюсь, наши подарки расположат ее к нам. Обеспечат ту сделку и проложат путь к аудиенции у императора. Иди в Синий дворец. Хозяин в отпуске. Не слушай Дервинина. Не делай этого! Не ходи в Синий дворец. Хозяин в отпуске. Не слушай Дервинина. Не делай этого! Отпуск там, где голова. Так нам сказал Дервинин про хозяина. Хорошо ему, Солитьюди. Эй, посторонний!
Говорят, вампиру стоит тебя хотя бы поцарапать, и все. Ты уже вампир. Надеюсь, это неправда. Стой. Если хочешь войти в Рифтон, иди к северным воротам. Тут закрыто. У меня приказ. Всякий сброд отправлять к северным воротам. И точка. Нет. Или иди к северным воротам, или гуляй в другой город. Приветствую в Рифтоне, владении гильдии воров. По крайней мере, они хотят всех в этом убедить. Все это бред. Они простые головорезы, швали с крысиной норы. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Или заходи в город через северные ворота, или иди отсюда прочь. Выбирай. Когда-то городом правила гильдия воров. Теперь они не более чем хвостуны и хулиганы, и гниют в своей крысиной норе. Возьми словарь. Избавь меня от этой ноши. Воспоминания. Я не могу этого выдержать. Забери их от меня. Верни, Вован Чинзел. Прошу, забери у меня словарь. Умоляю, забери его сейчас же. Тебе обязательно нужно отнести его в Вован Чинзел. Это на западе. Верни его им. Он должен вернуться на свое место. Извини, но боюсь, я сейчас ничем особо не могу помочь. Я в трауре. Моя сестра Лилия покинула нас. Она была девой битвы у братьев Бури. Недавно нам сообщили, что она погибла. Мне тяжело об этом говорить. Возможно, тебе стоит расспросить моих родителей. Вообще-то хорошо, что у меня столько дел на медоварне «Черный вереск». Нет времени печалиться. Мой отец в юности был братом Бури, а теперь слоняется по улицам. Брызжет ненавистью и пытается всех убедить в своей правоте. Мать, жрица Талоса, она заботится о святилище и наставляет прихожан. Правда, я не знаю, верно ли она их учит. Не стоит думать, что для меня политические воззрения важнее семейных отношений. Своих родителей я очень люблю. Просто мне кажется, что со смертью сестры они стали иначе относиться к Ульфрику и к тому, чего он на самом деле хочет добиться этой войной. Я не уверен, что цели Ульфрика столь благородны, как они считают. Я думаю, Ульфрика заботит только собственные интересы, а все прочее лишь завеса. Я хотел бы, чтобы эти мои слова остались между нами. Меньше всего я хочу, чтобы мои родители лишились и второго ребенка. Вообще-то да. Мы партнеры с Мавин Черный Вереск. Это я вложил средства в раскрутку ее дела, когда ей понадобились деньги. И пока что дела идут поразительно успешно. Меня даже удивляет, насколько ловко она со всем управляется. Может, мое имя и не значится на вывеске, но в каждой капле этого меда мои кровь, пот и слезы. В переносном смысле, конечно. Приятно было с тобой поговорить.
А ну стой! Хочешь войти в Рифтон? Плати гостевой налог. За право войти в город. А тебе какое дело? Ладно, только шум не поднимай. Хочешь, чтоб все услышали? Пропущу, дай только ворота отопру. Ворота открыты. Заходи, когда зачтешь нужно. Ну, заходи. Я опять столкнулась с гильдией воров. Будьте осторожным, Йол. Гильдию воров поддерживает Мавен Черный Вереск. Она только щелкнет пальцами, и вы окажетесь в тюрьме. Или где похуже. Именно из-за них я и здесь. Я не могу просто закрыть на них глаза, Эйлин. Я знаю. Я просто не хочу остаться без вас. Вы лучшее, что случалось с этим городом за долгое время. Ты тут такие гости, как мы, редкость в этой части Скайрима. Я путешествовала по всему Тамриэлю в поисках приключений с юных лет, когда еще и меч-то могла держать с трудом. Я бывала повсюду, от Хайрока до Валенвуда, от Эльсвейра до Моровинда. Много лет назад я потеряла в двемерских руинах свой клинок, лютый. Я поняла, что это знак свыше, и пора перестать гоняться за богатством. Мы с тобой одного поля ягоды. Ищем приключений и богатства. Но на этом сходство кончается. Видишь ли, для меня Рифтен — это чудовище, которое надо одолеть. А богатство — это благодарность и доверие. Нелепо называть это гильдией. Как можно считать соратниками людей, готовых продать друг друга за золотую монету? Это отребье. Даже темное братство придерживается строгих правил и традиций. А местное варье — просто ничтожество. А ты что думаешь? Ты меня разочаровываешь. Я думала, пришелец извне будет другим. Но, как видно, гниль пролезла во все дыры. Удачи тебе в этом городе. Ты почувствуешь себя здесь как дома. Никогда не видел Мьёл такой огорченный. Этот город действует ей на нервы. Эй, я тебя не знаю. Ты в Рифте не нарываешься на неприятности? Не говори такого, о чем потом пожалеешь. Если начнешь разнюхивать что про черный вереск, можешь неплохо огрести. Они выскочек не любят. Семья Черный Вереск заправляет всем в Рифтоне, а гильдия воров прикрывает им спину, так что лучше не лезь в их дела. Я Кувалда. Приглядываю за порядком на улицах. Если захочешь узнать чью-нибудь грязную подноготную, обращайся, но готовь монету. Тогда мы говорим на одном языке, хорошо? Так что тебя интересует? До меня только один слух дошел. Какой-то пацан по имени Авентус Эритина в Виндхельме пытается связаться с темным братством. Он прежде жил в Рифтоне, в приюте на другом конце города, но вроде как сбежал. Я его понимаю. Смеешься? Мой брат-могильщик работает у них в убежище. Раньше я тоже там крутился. Но потом ушел работать к Мавен, когда там совсем жарко стало. Если хочешь в дело, отыщи Бринильфа на рынке. Думаю, он найдет для тебя работенку. Для начала есть Мавен. Она тут всем заправляет. У нее повсюду друзья. И в верхах тоже. Сечешь?
А еще у нее связи с Темным Братством и Гильдией Воров, так что ее никто тронуть не смеет. Запомни главное. Если она тебе что-то поручит, разбейся в лепешку, но выполни в точности. До встречи. Если жизнь дорога, лучше уходи. Если жизнь дорога, лучше уходи. Почему бы тебе не подойти к моей оружейной палатке на рынке? Или тебе вот настолько не терпится позаниматься? Я научу тебя эффективно использовать легкие доспехи и быстро работать ногами. Возвращайся, когда у тебя будет больше золота. Мне оно очень пригодится. Если жизнь дорога, лучше уходи. Я устала от твоих отговоров. Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок и с процентами. Я знаю, да, но откуда я мог знать, что караван ограбил? В следующий раз поменьше болтай о своих планах, и ничего с караваном не случится. Что? Неужели это вы его ограбили? За что? Почему вы это со мной делаете? Слушай, Шадр, последнее предупреждение. Плати, или будет хуже. Меня интересует. Если хочешь обосноваться в Рифтоне, тут продается дом, проблемы. Медовик. Захочешь купить, ступай к управителю в крепость. Да? У тебя проблемы? А? Что тебе нужно? Да. Хофгер приютил меня год назад, когда я прибыл в Рифтон. Он учит меня всему, что знает сам. Лошади — это вся моя жизнь. В Хаммерфелле мы разводили коней у себя на ферме. Надеюсь, рано или поздно у меня будут свои конюшни. Но, боюсь, это будет не так скоро. Я кое-кому должен крупную сумму денег, и мне кажется, что меня обманули. Не знаю, что и делать. Мне удалось договориться с конюшней в Айтране и купить у них уздечек да сёдел. Чтобы оплатить груз, я одолжил денег у Сапфир. Да только груз украли по дороге. Теперь Сапфир требует деньги назад, и если я не заплачу, она может меня убить. Правда? Вот спасибо. Будь осторожнее с Сапфир. Она водится с темными людишками. Само собой, я грязный попрошайка. С какой стати тебе со мной говорить? О, спасибо! Да благословят боги твое доброе сердце! Ладно. Жители Рифтона, слушайте меня. Возвращение драконов — это не случайность. Это один из знаков. Знаков того, что госпожа Мара недовольна вашим постоянным Хэмик, пьянством. Я хочу, чтобы ты лично фляги смотрел с мерзопакостным за зельем и примите учение прислужницы Кин. И за немалые деньги, между прочим. Нет, нет, Мара, я им не доверяю. Мы об этом уже говорили. Впрочем, тебе Далин. Я тоже не доверяю. Драво. Но мы наверняка можем прийти к пониманию. Как эти скажешь, люди должны матушка. Узнать о том, семена какого ужаса посеяли. Пей, мальчик мой, хватит, пей запавших в бою. Мы все пусть их души войдут в соконах и их возвращение. Спокойнее, отец. Ты привлекаешь не к себе внимание. Я вздохну с облегчением, когда мы выгоним последнюю имперскую свинью за город Джеро. Хорошо, Талин. Я а покину этот вертеп разврата. Прояви уважение к отцу и выпей. Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег.
Парень, я хочу поговорить с тобой. Я проверил медоварню, а там недостает четырех бочек. Снова. Монеты, ты на что намекаешь? Ты в нужном месте. Присаживайся. Я тебя не обвиняю. Пока что. Треты не крадут. Если есть монеты в кошельке... Ради твоего же блага, надеюсь, так и есть. Потому что если это ты, и Мавин узнает об этом, на свете станет одним третом меньше. Если ты за... Нам не о чем говорить. Ну, Таллин. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня по делу. Прости, Хеминг. Я не хочу быть твоим камердинером. Во имя Обливи. В чем дело? Что тебе нужно? Я-то думал, вы все привыкли... У тебя проблемы? Ксут! Будь ты хоть три раза черный вереск, но скажешь это еще раз. Рад тебя снова. Хочешь выпить? Сними флягу и обратно. Я ее встретил... Когда пришел в Рифтен пару лет назад, по уши в нее влюбился. Я даже собираюсь просить ее руки. По традиции Чернотопья, я должен преподнести невесте особое обручальное кольцо в знак нашего будущего союза. У меня уже есть золотое кольцо. Но в него нужно вставить три безупречных аметиста. Я очень на это надеялся. Но как-то было неудобно тебя об этом просить. Спасибо тебе. В Аргонианском обручальном кольце должно быть три безупречных аметиста. Два из них, что по краям, изображают пару. Один мужа, второй жену. А центральный — это Хист. Сущность, которую все аргониане считают священной частью своей жизни. Вообще-то целых три. По моим личным рецептам. Знаю их еще с той поры, когда работал за барной стойкой в Гидеоне. Во-первых, бархатная удача — это смесь черники, меда, пряного вина и талики послена. Абсолютно безопасно, уверяю. Во-вторых, у нас есть башня белого золота. Густые сливки с медом, лавандой и драконьим языком сверху. И, наконец, для самых смелых имеется скальный наездник. Огненное вино с сиродильским бренди, флином и суямой. Не тряси чешуей! Недавно в Рифтоне. Послушай доброго совета. Поселись в пчеле и жале. Ночлежка это не для тебя. Конечно, нет. Ты считаешь, я в одиночку буду этим заниматься? Моя племянница Свана мне помогает. Хотя, если бы она не витала в облаках, проку от нее было бы больше. Она у меня тут с детских лет. Как осиротела, когда ее родителей убили разбойники. И на что я надеялась? Да? У тебя проблемы? Я знала, что этот мальчишка попробует как-нибудь выкрутиться. Тут все очень просто. Я ему денег одолжила, он обещал вернуть, а сейчас говорит, что на мели. Вот и все, в общем-то. Ладно, ладно. В принципе, я тогда неплохо заработала. К чему терять время, запугивая конюха? Передай Шадру, что он мне ничего не должен. Надеюсь, еще встретимся.
Слушай, я уже сказала, что Шадр мне ничего не должен. Все, отстань. У меня важный груз. Нет времени болтать. У меня важный груз. Нет времени болтать. Слушай, сказала, что Шадр мне ничего не должен. Все, отстань. Ищешь работу? Мне нужно доставить сообщение Сибби Черный Вереск. Ох, ладно. Я недавно предложил Сибби Черный Вереск купить у него Мороза. Одного из лучших племенных жеребцов в Скайриме. Он согласился продать его. Я заплатил Сибби половину суммы аванса, но коня получить не успел. Мавин приказал арестовать Сибби, и он теперь думает, что ничего мне больше не должен. Он не прав. Мне нужно, чтобы кто-то поговорил с Сибби от моего имени, а затем привел ко мне Мороза и принес его родословную, которая доказывает ценность коня. Молодец, ты не пожалеешь. Иди в Рифтонскую тюрьму и поговори с Сибби. Выясни у него, где держат Мороза и хранят его родословную. И приведи ко мне коня вместе с бумагами. Только не в Рифтоне, а за городской стеной. Я тебе хорошо заплачу. Мне не слишком приятно находиться рядом со стражниками или тюрьмами. Тем более, когда мои деловые партнеры в них сидят. Нет, я встречу тебя за городом. Понятия не имею. Но что бы он ни сделал, это явно очень разозлило Мавин. Ни один стражник не арестует члена семьи Черный Вереск без ее дозволения. Встретимся за городом. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня по делу? Во имя Обливиона, что тебе нужно? Дай угадаю. Сибби и Луи Литруш. Что ж, Сибби в тюрьме, а Литруш вполне может попытать счастье. Мои наемники легко с ним управятся. Ступай себе. Добро пожаловать в пчелу и жало, господин. Если захотите ответ на один из наших особых напитков, только скажите. Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. Парень? Оно, конечно, деньги у тебя есть. Да только нечестным трудом они заработаны. Я чувствую. Все дело в том, чтобы оценить жертву, парень. Как она ходит, во что одевается. Это четкие признаки. Смотри, как тебе удалось вскрыть наши дельца у Северных Ворот. Как только ты чувствуешь, что это подстава, сразу ее вскрываешь. Вот я о чем говорю. Богатство – мое дело. Помоги мне, и я в долгу не останусь. Хочешь попробовать? У меня есть одно дельце, для которого пригодилась бы вторая пара рук. А в моем деле за такие руки хорошо платят. Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман Брандшею. Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Я буду на площади весь день, с 8 утра до 8 вечера. Найди меня там. Если кишка не тонка, конечно. Может, мне тебя еще и за ручку отвезти? Тебе нужно прокрасться к прилавку Мадези и вскрыть отмычками сундучок. Потом, когда добудешь кольцо, незаметно засунь его в карман Брандшею. Я буду на рынке завтра с утра. Ты тоже приходи. Я буду ждать. Слушай, я уже сказала, что Шадр мне ничего не должен. Все, отстань.